Друзья, всем привет! Ну вот, наконец-то, можно сказать, сбылась моя мечта. Приобрела себе для автомобиля прицепчик. Такой небольшой. Ну, по цене тоже для меня вполне устраивает. Вот, хоть будет мне теперь немножко попроще, полегче. Также само привезти вот этих дров отсюда с хутора. Не надо накладывать там, раскладывать сиденья в машине. И потом машину там немножко почищать и все. Сейчас вот прицеп забросал и поехал. Все так же и на мельницу эту самую с зерном заехал в прицеп. Сложил мешки и поехал. Ну и в деревне, сами понимаете, по мелочи много всяких таких делов, которые можно, ну, сделать при помощи прицепа, куда удобней. Вот. Нептун называется польский прицеп. Вот такой довольно простенький, не сказать, что он такой же там мощный для больших грузов. Ну, полная масса написана 750 килограмм. Сам прицеп весит где-то 120, по-моему, так написано. Короче, полтонны, если что, можно иногда загружать. Вчера я его только приобрел, вот пригнал, пригнали домой, с братом ездили. Ну и сегодня вот тут с женой зацепили. Приехали на хутор, уже отвезем. Набрали вот 10 мешков дров. Рассчитываем твоим, что поместятся они в прицеп. Посмотрим, отвезем сегодня уже домой в прицепе. Вот, ну особо что я тут могу? Пока что нечем тут не хвалиться, не грешить на него. Ну вот тут борта такие с ребром жесткости, не прямые. А вот такое, чтобы уже покрепче, наверное, будет. Сам металл где-то миллиметра полтора толщиной. Тут дно, влагостойкая фанера. Вот тут стоят такие кольца, 4 кольца по углам прицепа, чтобы груз закреплять. Задний борт открывается. И если что, длинное вести можно, полностью его снимается легко с петель. Так что он длиной 2 метра. Вот, так что метра 3. Даже больше, я думаю, можно 3,5-4 метра можно вести. Что-то не тяжелое. Ну, в ширину 1,14 м он. Вот. Ну, для моей машинки я считаю, что чтобы не перетруждать ее в самый раз. Самый прицепчик. Вот. Ну, сейчас, если, может, кому будет интересно. Сейчас его покажу снизу немножко. Сейчас отцеплю. Попробую показать, как он выглядит снизу. Так. Так. А как же его поставить? Так. Ну, совсем мало поднимается. Так, давай так его под горку, наверное, туда его спущу. Вот так получше. Не укатится он, не стой. Нет, он упирается. Опа, сейчас укатится в сарай ведь. Вот так, наверное. Ну, сейчас попробую показать, как там снизу что. Я, конечно, не особо такой специалист по технике. Ну, может, кому будет интересно. Может, кто мне что. То мне что посоветуют, больше я по лошадям да по доскам, а по этим таким вещам, по технике не особо. Ну, короче, здесь вот такая, как это считается правильно, трассионная подвеска. Не рессоры тут никакие, не амортизаторы, а просто вот трассионы такие стоят. Ну, кто знает, тот понимает. Это самое. Ну, как бы говорят, конечно, с рессорами получше, понадежнее прицепы. Ну, а трассионные, если не перегружать, ну, это не мое мнение, что я слышал от людей. Трассионные, если не перегружать, то как бы он, они неубиваемые тоже. Подпер палкой поддышло, а тот чуть на голову мне не упал. Сейчас попробую еще раз снизу дальше показать. Темновато, не очень видно, сейчас так настроить посветлее. Ну вот так, наверное, видно. Вот обычно стоят
поперечные два швеллера. Один за мостом, а второй идти сюда ближе к переду, перед мостом. Вот, в прицепах, то, что я видел. А здесь вот стоит он такой продольный. Вот, от балки и туда почти что под самый зад прицепа идет во всю длину вот сюда. Так, сейчас сверху, ну, до самого дышла. Вот он. Вот не знаю даже, как лучше. Или когда стоят поперек, или продольно этот швеллер. Ну, типа, понадежнее, покрепче это будет. Вот. Ну, не знаю, как бы для меня, я считаю, нормальный будет прицепчик. Вот. Большие грузы как бы я тут не планирую возить. Вот. Но это на сегодняшний день не планирую. А так, да, полтонны. Полтонны еще иногда и загрузить, я думаю, ничего тут страшного не будет. На ход он такой совсем легкий. Ну, пока что я больше ничего пока не эксплуатировал. Ничего больше пока особо сказать не могу. Если кому будет что интересно, или кто может что посоветовать, буду рад услышать все это в комментариях. Ну что, хватит на съемок, надо немножко здесь позаниматься работой. И вот лежит с огородами, мы дома более-менее разобрались. Картошку отсадили, что надо было, посеяли. Там тоже жена огороднину, там свеклу и всю мелочь такую, что можно было, посеяла. Надо вот эту кучку дров хотя бы начать колоть, пока они мне совсем тут не завяли. Дровишки так поколоть уже и тепленько сегодня. Наконец-то потеплело. Так уже, наверное, второй день сегодня чувствуется, что как бы уже действительно май месяц. Вчера было теплей, и сегодня уже так градус утра 15, что-нибудь точно есть. Конечно, ветерок поддувает. Он нас так не забывает, когда дождик обещают, нету. А ветер все на земельку подсушил. Что-нибудь тут не доколю. Еще плюс какой раз приехать. Ну вот, нежданно для себя перекололи такую кучу дров на сегодня. Куба 3, наверное. Даже не рассчитывали, что сегодня тут получится закончить, расколоть. Ну, хорошо, что покололи, дело сделано, уже одной работой меньше. Надо теперь загружаться, поедем домой же. Ну вот, уложил 10 мешков дров. Запросто. Ой, еще здесь сбоку места осталось. Еще вот тут набрал колков на делянке, на электроизгороди. По углам в электроизгороди ставлю такие колы деревянные. Колки свои сложу. Длину так. А здесь так не влазит. Здесь сбоку. Thank you.
Нормально. Довольно уместительный прицепчик такой. Ну вот так разместили свой груз. Еще даже немножко сзади места у нас осталось. Вот. Сложили мешки. Все влезло, что хотел. Поедем домой. Так, ну все нормально лежит, ничего не выпадет. Ну что, друзья, тогда всем пока. С вами был канал «Жизнь латвийской глубинки». Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых видео. Поехали мы домой. Thank you.